При поддержке регионального отделения партии «Единая Россия» на площадке «Бэт-студия» прошла развлекательная программа для детей беженцев из ДНР и ЛНР. Подробности в репортаже Харчи Биджиева. Война калечит тысячи детских судеб, отняв светлое и радостное детство. Детство, растоптанное войной. Многие семьи покинули свои дома в Донецкой и Луганской народных республиках для лучшей жизни, чтобы каждый день не прятаться от снарядов бомб и не бояться, что сегодняшний день будет последним. Как отмечает хореограф Анна Булыгина, Россия стала для ее семьи вторым домом, где она начала новую жизнь. Видя, что происходит такая страшная ситуация, я собрала деток своих, сумочку, и мы выехали на территорию России. Видела украинских военных, танки, самолеты, было просто страшно, я до сих пор вспоминаю. Благодарна, что нас здесь приняли, дали возможность мне работать, детям моим учиться, поддержку оказывали и люди обычные, и власти Российской Федерации. В Карачаево-Черкесию прибыло немало семей с детьми, бегущих от страшного бедствия. Для беженцев создают благоприятные условия, а главное, не забывают о детях. Где дети, там всегда веселье, музыка, искусство. В школе танцев «Бэт-студио» подготовили развлекательную программу, куда пригласили более 25 детей из ДНР и ЛНР, а также дети из Центра содействия реабилитации детей-инвалидов «Счастливое детство». Мероприятие организовано совместно с этой «Бэт-студией» в лице Вишневской Елизаветы Расуловны и совместно с нашими партнерами. Цель этого мероприятия, чтобы как-то поддержать детишек, развлечь их, чтобы максимально скрасить их пребывание в нашей республике. Но это не единственное мероприятие, которое мы планируем провести. То есть это цикл мероприятий. Я все для этого сделала и делаю, чтобы детям было радостно, весело. И чтобы не омрачали никакие их невзгоды, беды в наше непростое время. В программе были концертные номера с танцами и театральными постановками. Все для того, чтобы дети не чувствовали себя чужими. Взрослые, создавая счастливое детство, создают для детей светлое будущее. Карча Биджиев, Роберт Джигутанов, Вести Карачаево-Черкесия.